образом. Например, человек своровал, руку отрубают ему. Это Ману Самхита описано. Сегодня мы не можем это применить. То есть век Кали, когда так много людей совершают ошибок, мы не можем применить такие суровые правила. Иначе все будут ходить без рук. Понимаете, да? Еще нужно учитывать время, место, обстоятельства. Для нынешнего времени вообще дается снисхождение, потому что мы вообще живем против правил духовных сегодня. Но дается снисхождение. Духовная практика, она не требует строгих правил. Просто воспевать имена Бога. Все на этом. Больше ничего не требуется. Пока главное правило. И потом к ним, к этому правилу, естественно, будут присоединяться, естественно, без нажима, без фанатизма, будут присоединяться другие постепенно. Если мы начнем с других каких-то моментов, мы все испортим. Там руки рубить или на огне там кого-то сжигать за прелюбодеяние или камнями забивать. Не-не-не, это не наше время. Не для нашего времени. В наше время люди все упали вниз духовно. И сейчас нужна просто милость. Да, нужна каждому помощь. Вот сейчас это время наступило. Должны помогать друг другу, а потом постепенно присоединяться все эти морально-нравственные правила.